английское обсуждение из разных стран, разные примеры. Надеюсь, будет полезно. Первый вопрос. Приведите примеры используемых христианами фраз, в которые непосвященные люди, люди из мира и из других религиозных групп, могут вкладывать другой смысл. Первый пример яркий – братья и сестры. Например, Лев Толстой в переписке использовал слово «сестра», когда хотел придать духовный смысл своим словам, укорял одну женщину, она его не поняла. То есть она решила, что какая вам сестра. Вот он вкладывал именно христианский смысл в это слово. В Мексике, второй вариант, в Мексике иногда вместо слов God bless you, Бог благословит вас, говорят I bless you, подразумевая good luck, удачи. То есть уже употребляется, да, без первоначального значения. И похоже вот с Богом говорят. То есть иногда мы понимаем, что идите как бы с Богом, будьте с Богом. А иногда уже люди так, ну, с Богом. До свидания. Похожее слово спасибо. Вот я иногда задумываюсь, когда говорю спасибо. Спаси Бог. Но люди редко задумываются. Часто вот с этими словами в разных странах, вот шалом тоже, то же самое, многие по-разному воспринимают это слово. Шестое. Рождество. Не все этому празднику уделяют должного значения, и там атрибуты Рождества, и мало, ну не мало, но много кто не знает, кто родился, как, что это значит. И фраза, используемая при празднике и при Пасхе в том числе, они часто бессмысленные, у людей бессмысленно вырываются. То есть Христос воскрес, воистину воскрес, до свидания. То есть, лишь бы поздороваться и попрощаться. И последнее, что мы записали, спаситель спасения. То есть иногда люди не понимают, вкладывают в эти слова какой-то свой смысл, и особенно люди с достатком не понимают, зачем их спасать. У них все, у меня все хорошо было. Сами спасайтесь, вон такие бедные. Мы будем по вопросам, да? Да, 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 по вопросам. То есть первый вопрос, другая группа сейчас. Нет, нет, я имею в виду, что подряд. Все три вопроса. Да, хорошо. Все три вопроса. Второй вопрос. Приведите примеры используемых христианами фраз, которые могут быть непонятны непосвященным людям. Попробуйте их перефразировать, сделать понятными людям из мира. Первое то же самое, братья и сестры, можно говорить братья и сестры во Христе, чтобы было понятнее. Крещение иногда приходится объяснять в диалоге с православными иногда людьми, что баптицию это погружение все-таки. Крещение изначально это называют погружение в воду. Крещение погружением, фраза вот это может заменить слово крещение. Born again. То есть рождение заново. Можно заменить это выражение, которое непонятно людям. Change your life. Изменить свою жизнь. Как Никодим не понимал, зачем ему заново родиться. Также можно перефразировать изменение жизни. Иногда я вот на каких-то семинарах в других городах не сразу понимаю братьев и сестер, когда они используют какие-то привычные для себя слова. Я вот про Барнул пытался вспомнить слово, но не вспомнил. Аналогичный пример прославления. Когда люди, не знающие, слышат это, они не сразу понимают, что это пение, допустим, и, ну, можно говорить просто пение, воспевание хвалы. И термин «троица» иногда приходится объяснять, но здесь скорее уже не перефразирование, а длительное объяснение с изучением. Третий вопрос. На основе чего люди приходят к Богу сегодня? Что вызывает отклик в их сердцах? Сначала негативный момент. Недавно к нам в церковь приходила женщина. Она начала сразу, когда мы разговорились, там, у нее были сны, откровения и так далее. То есть некоторые люди вот этой опасной тропой идут, приходят к Богу на основании мистических вещей.
есть опасный момент следования за людьми, а не за Богом, когда приходят в церковь за каким-то лидером, за каким-то столпом таким, а потом этот лидер дело не творит и уходит. И тогда те, кто пришли с ним, за ним, и благодаря ему могут тоже уйти. Третье, как люди приходят, это уже положительный момент, когда у тебя есть друзья, когда у друзей наверняка есть проблемы, главное оставаться рядом с этими людьми, чтобы когда у них будет нужда, они знали, во-первых, что есть ты, друг, есть церковь, куда ты ходишь, и что в этой церкви с проблемами духовными могут помочь. Так люди приходят к Богу сегодня. Это в сердце вызывает отклик. И сюда же пример с чистотой телесной. То есть, когда человек ходит каждый день в душ и моется, можно, в принципе, не замечать этот сам процесс, но люди знают, что от тебя не пахнет. Вот. И когда в духовном смысле, то есть ты ходишь в церковь, ты ведешь этот образ жизни, люди знают, что вот ты чист, к тебе можно обратиться и с тобой приятно пообщаться. Пример яркий – это детские лагеря, вот, и что в Самаре был пример, то же самое в Барнауле, когда хозяева заведений, вот этих лагерей, корпусов, они когда видят людей, христиан с детьми приезжающими, и как люди себя ведут, у них совершенно меняется взгляд на то, как люди могут отдыхать. Потому что перед нами и после нас заезжают обычно свадьбы, алкоголь, ну там люди бегают с круглыми глазами и так далее. Все, у нас все. Спасибо, спасибо большое. Сергей Большаков из Москвы. Хорошая методика, чтобы выучить наизусть. Окей. Первый вопрос. Приведите примеры используемых христианами фраз, в которые непосвященные люди из мира или из других религиозных групп, могут вкладывать в другой смысл. Тезисно кратко, да, посвящение, помазание. Многим людям фраза эта кажется непонятным, непонятной, так же, как и фраза служения. И эти фразы относятся к специальной категории людей, к священникам. То есть воспринимается как только что-то, что может относиться к специальным служителям церкви. Это, конечно, не так. Это относится ко всем христианам. Точно так же под словом «служение» воспринимается специальная функция. Хотя служение может быть у каждого христианина, причем не обязательно служение, связанное с отправлением каких-то религиозных действий, молитва, пение, работа в церкви, это может быть самое любое служение, реализуемое из чувства любви к ближнему, из чувства покорности Христу и следования по христианскому пути. Креститься воспринимается большой частью непосвященных церковь людей или людей из других религиозных групп, воспринимается как наложение на себя крестного знамения. Это во-первых, и во-вторых, как обряд крещения как такового. Не углубляясь, что смысл обряда крещения для многих людей совершенно тайна, воспринимается как мистическое некое действие, конечно, вкладывается в крещение зачастую совсем смысл не тот, который мы понимаем. Исполнение Божьего плана и покорность Богу и действие, завершающий этап становления человека как части церкви. Пасха. Вот ребята говорили про Рождество. Пасха воспринимается как вот кулич. Во многих регионах Пасхой называют саму вот эту вот булку. Пасха воспринимается как окрашенные яйца, кролики, все что угодно, но не фраза «наша Пасха Христос» вообще людьми не понимается, что это такое. И, конечно, часто люди определяют Пасху как выходной,
как праздник, как что-то такое, но совершенно не понимают, что это день освобождения из плена, да? Что это праздник освобождения из плена, и, собственно, при чем здесь плен? И вообще, откуда эта Пасха появилась, и какое она отношение к евреям имеет, это же наш христианский праздник. Ну, понятно. Служение повторяется второй раз, да, это важная тема. Служение должны делать служители. Служители — это те, кто получает зарплату в церкви, всех остальных не касается. Касается, конечно. Исповедь и исповедание. Исповедь – особое действие. Исповедание производится в исповедальне, соответственно, исповедником. Нет исповедника – нет исповеди, нет исповедания. Да? Считает огромное количество людей, не понимая, что исповедование как таковое. Многие слова в русском языке имеют происхождение иностранное. Да? Иногда это прямая калька, перевод с древнегреческого, с английского, с каких-то других языков. Когда создавали церковно-славянский язык, то многие слова греческие пытались переводить на славянский с близким смыслом. Или просто включали греческие термины. Так вот, исповедание – это, ну, проговаривание, да, говорение с раскрытием смысла. Многие, конечно, воспринимают исповедь как акт религиозного, покаянческий, акт покаяния. И исповедание как рассказ о своей вере, рассказ о своих убеждениях многими людьми не воспринимается. И, конечно, термин протестантизм. Мы не относим себя к протестантам, но то, что мы себя не относим к протестантам, совершенно не значит, что другие нас к протестантам не относят. И иногда имеет смысл поговорить про сущность самого термина протестантизм. Да, есть несколько версий возникновения этого слова. Кому интересно, могут разобраться в этом вопросе. Но, в общем, у нас в стране при слове протестант скорее негативная такая реакция. Раз протестант, значит, не православный. Ну, в общем, сегодня он играет джаз, а завтра родину продаст. Ну, понятно. Вот. Тем не менее, в слове протестант вполне себе смысл хороший заключен. Мне нравится объяснение, что протестио — провозглашать свою веру. И тут мы приходим близко к термину исповедание. Исповедовать свою веру, рассказывать о своей вере. По-моему, очень благородно и здорово. Второй вопрос, и не только по-моему, но, в общем, мы примерно к этому же выводу пришли, коллективным разумом. Второй вопрос. Приведите примеры используемых христианами фраз, которые могут быть непонятны непосвященным людям. Попробуйте их перефразировать и сделать понятными людям из мира. Например, термин «в миру» может пониматься самым разным образом. Но мы прежде всего его понимаем как «вне церкви». Что значит «вне церкви»? «Вне здания церкви» – это очень серьезная понятийная проблема. Вот церковь – это здание с точки зрения огромного большинства людей. Вот церковь я пришел, я веду себя благообразно, держу руки на поясе, периодически крещусь, шмыгаю носом, жду, когда уйду. Вышел за церковную ограду, закурил и веду тот образ жизни, который вел до того, как в церковную ограду зашел. На самом деле церковь, состоящая из людей, а не из камней, это есть кусочек Царствия Божия на земле. И вот мы приезжаем в другую какую-то страну, да? Мы понимаем, что надо себя вести сообразно определенным законам. Потому что иначе, ну, будем иметь проблемы с полицией, нас в лучшем случае выгонят, в худшем посадят в тюрьму, да? Каким-то образом накажут. Так вот, многие не понимают, что церковь – это не просто собрание по воскресеньям, это не просто какое-то помещение, где собираются люди, но это еще и образ жизни и часть нашей жизни. Вот можно иметь двойное гражданство? В некоторых странах можно. Представьте, что у нас всегда двойное гражданство. Гражданство – Царствие Божие. Это не всегда имеет какой-то знак. Не всегда имеет, но это всегда имеет знак внутри. Обрезание, вот брат, преподаватель сегодня сказал, что в Америке многие мужчины обрезаны, да, как гигиеническая процедура при рождении. Ты идешь по улице, и неизвестно, обрезан ты или нет. Но ведь обрезание было знаком покорности Богу в древнем Израиле. То же самое, на тебе нет внешнего знака. Ты можешь по-разному быть одет, у меня может быть черная футболка, а у вас красная. Но мы внешне можем сильно отличаться, но мы одинаковые. Вот в нашем пути следования покорности Богу. Это момент существенный, стоит объяснить, что в миру это вне церкви, а церковь – это просто люди. Может не быть здания красивого, может вообще никакого здания не быть. Мы можем собираться на квартире, но церковь от этого не перестанет быть церковью. Соответственно, второй вопрос и третий тоже мы параллельно прошли. Я хожу в церковь. Я не обязательно хожу в какое-то здание, я хожу в собрание. И вот объяснить людям, что церковь – это собрание людей, это чрезвычайно важно, чтобы люди понимали. Замечательная фраза: «Церковь состоит из людей, а не из камней».
Вот на это стоит время потратить. Тигр, я заканчиваю, я вижу твой рефлекс. Да, я буду побыстрее. Молиться, понятие молитвы, что молитва это неформальный набор слов, сопровождаемый формальным ритуалом, там, стоянием на коленях, там, наложением на себя крестных знамений, поклонами и так далее. А что молитва это разговор с Богом, живой разговор с Богом. Пост. Понятие поста, что пост есть духовный подвиг, физическое страдание для достижения духовного подвига, для достижения духовного результата. Пост это не диета, и пост это не повод есть ближнего. Отличная фраза, я ее обязательно запомню и включу. Наш Пасха Христос, мы упоминали про это, десятина, смысл десятины, ее предназначение, ее значение для сегодняшнего дня, в том числе значение пожертвований, и что есть жертвы и пожертвования. Покаяние, крест на шее, ну как символика. И третий вопрос. На основе чего люди приходят к Богу сегодня? Что вызывает отклик в их сердцах? Начну с отрицательного. Слава Богу, я не услышал, я очень рад, что я не услышал нигде материальной причины. Что люди приходят к Богу ради выгоды. Слава Богу, это никто не сказал, значит никто так не думает, и значит не слышал про такие вещи уже давно. Это радует на самом деле. Люди приходят в церковь в результате разных бед, страданий, болезней, проблем самого разного рода. Люди приходят, отлично, спасибо тому человеку, который это сказал, приходят в церковь при встрече с добром, и когда видят зримые проявления Божьей благодати в своей жизни, это замечательно. Это прекрасный повод прийти в церковь, возблагодарив Бога, увидев это, увидев руку Божью в своей жизни. Люди приходят в церковь, конечно, в поиске истины, люди приходят в церковь в поиске смысла жизни. Люди иногда приходят в церковь, потому что хотят учиться и узнать больше. Такие люди тоже есть. Ну и мы, конечно, упомянули, что многими движет желание сделать что-то хорошее для своих близких. Ну, вот страх за детей, мы в частности про это проговорили. Может быть, люди, желая изменить что-то в жизни своих близких, приходят в церковь, таким образом пытаясь, изменив свои отношения с Богом, изменить отношения с семьей. Спасибо. Спасибо большое. У нас географически ближе сидит Валерий Облонский, Саратов, более в том шпорту. Да, нам пожелательно закончить, ты честно. Добрый день, братья и сестры, возлюбленные во Христе. Ну, вы заметили, наверное, уже можно сделать вывод, что первые два вопроса, они похожи, примерно одно и то же обсуждаем. Что Пасха – это куличи, праздники, да? Может быть, не будем повторяться, песнопение. Какие-то мысли прозвучали, может быть, их не повторять. Песнопение. То есть многие люди считают, ну не многие, но есть такие, которые думают, что песнопение – это обязательное участие в хоре, ну, православном, например. То есть нет, я не состою, например, да, в этом. Я к этому не отношусь. Или возлюбите ближнего своего. То есть они понимают наверняка, что это родственники, семья, а я и так люблю. Например, принятие тела и крови Христа. Вы что, ганнибалы? То есть свое представление на эту тему. Непрестанно молитесь. Это ощущение, представление, что нужно быстренько перекреститься, упасть на колени, снова встать, перекреститься. А как это непрестанно, тогда кто будет за меня работать? Это что касается первого вопроса. Второй вопрос. Приведите примеры используемых христианских фраз, которые могут быть непонятны непосвященным людям. Попробуйте их перефразировать, сделать понятными людям из мира. Но относительно принятия тела и крови Христа, можно сказать, что исполнение еженедельной мемориальной заповеди, то есть которую Господь заповедал народу своему, преломить пресный хлеб и вкусить сок красного винограда. Что значит любить ближнего? Ну, значит, возлюби вплоть до врага своего. Вот когда у тебя такая любовь будет совершенная, что ты не будешь вторым врагом этому врагу, а из этого врага сделаешь друга Богу. Вот это будет та любовь, которую сам Иисус заповедовал. Относительно... еще отдай себя Христу, жертву живую. Это что значит? Надо себя на алтарь положить, на костре сожечь.
Ну, можно перефразировать: будь полезен Христу ежечасно, ну, чем-то, в чем ты можешь быть ему полезен, в мыслях, в делах, в каких-то планах, целях, в рассуждениях. У тебя же мысли свободны, когда ты едешь в автобусе или в метро. У тебя же мысли не заняты, ты можешь в это время пообщаться с Богом. Ну или с соседом, который тебе постоянно на ногу наступает. И третий вопрос, это на основе чего люди приходят к Богу сегодня? Что вызывает отклик в их сердцах? Ну, мы знаем таких людей, которые пришли из-за материальных благ. Это из-за того, что им были материальное воспоможение, были раздача каких-то продуктов или раздача, например, очков для близи. Но есть такие, которые пришли, потому что Библии бесплатно. То есть не нужно ходить и покупать, и отдавать за них большие деньги. Знаю таких, которые пришли либо жениться, либо выйти замуж. То есть преследовали одну цель. И либо усовершенствовать свой английский, либо уехать в Европу или в Соединенные Штаты Америки. Или устроиться на такую работу, где вот, ну, требуется язык. То есть что-то свое преследовали, но в любом случае, коль они остались в церкви, я думаю, что Бог изменил их сердца. Есть такие, которые приходят ради здоровья своих близких, знакомых. Знаю такого брата, который пришел, ну, своего рода дал обет, что коль Бог поможет в родах своей дочери, значит, я приду. Бог помог, и он пришел. Бесплатное крещение. В принципе, тоже интересный момент. Ну, в принципе, вот, по большому счету, все. Спасибо большое. Спасибо. Костя, Константин, города. Бегу. Слушай, если есть какие-то повторения, то можно их отпускать. Садись, нету. Извините, мне все повторяется, поэтому я закончу. А что именно? Да, давайте начнем. Так, я тогда первый и второй сразу вместе, потому что они, да? Значит, первая фраза, которую мы вывели, это «благослови тебя Господь». Вот. Часто в миру не понимают, что значит «благослови». Ну, «благослови», да, «благослови». Сразу мысль такая материальная, да, но мы вкладываем другое понятие, да, чем может Бог благословить. Там, здоровьем, да, ну, как бы, это, тем не менее, наши нужды, в чем мы нуждаемся, человек нуждается, вот, и, как бы, мы перечисляем, что дает Господь. Господь дает нам жизнь, свет, радость, да, любовь, все это все, чем может благословить Господь. Еще есть такая фраза интересная: «Да благословит тебя Господь всеми благословениями Авраамовыми». Там, все, да? То есть все, что получил Авраам, вот тебе бы всего этого еще. Да, так, «Откроются духовные глаза». Да, где, вот давайте искать, что, где у нас глаза есть духовные. Вот, и люди не понимают, вот, что значит духовные глаза, что значит духовные глаза. Третий глаз. У кого-то, кто-то рисует его на лбу, да, где-то в каких-то обществах, так скажем. Но что мы вот сегодня в группе определили, это понимание духовных истин, что значит открываются глаза, да, как мы можем объяснить человеку, что ты начинаешь понимать духовные, другие понятия, не те, которые существуют в этом мире. Правильное понимание Писания, это опять же духовные, да, глаза. Я, допустим, если я себе скажу, что когда я прочитал первый раз Евангелие, просто мне вот в руки попалось, там, мне было 17 лет, я его просто прочитал, я духовно его не понял. Я читал, что как эта история интересная про Иисуса, что он когда-то жил, и мне не открылось. Только когда я стал общаться с верующим человеком, у меня стали открываться духовные глаза, да, вот видение, это понимание. По-другому видеть события, которые происходят вокруг. Да, вот мы, если как смотрим материально, нам понятно, да, вот что-то произошло так или так, но. Но когда мы смотрим это с духовной точки зрения, у нас духовный взгляд на это, да, происходит, что Бог ведет.
И Бог в этом участвует, и Бог это делает, да, мы по-другому смотрим. Третье, отряхнуть прах со своих ног. Вот очень интересная фраза тоже, которая... Ну давайте, кто здесь будет грязь с обуви. Но мы это понимаем духовно, да, если ты не послушался, да, мы что-то объясняем человеку, говорим то, что, может быть, нам Бог открыл, да, стараемся его удержать от чего-то, да, чтобы он это не делал, через что он может принести себе вред, окружающим людям большой вред, да, и он не хочет нас слышать, тогда говорим, ну, я тебе сказал, это твоя ответственность, я отдаю, мои руки чисты, да, и моя совесть чиста, вот я отдаю тебя Богу, и может быть, Бог с тобой что-то сделает, поможет тебе как-то справиться с твоими желаниями, которые могут быть против Бога, явно. Родиться свыше, вот Иисус объяснял, помните, да, в Евангелии духовному вроде человеку объяснял, но он пришел ночью, Никодим, тоже не понимал. И люди в мире тем более не понимают, что значит родиться свыше. Так что мы определили, что это духовное рождение, принятие слова как дух, как духа и жизни. То есть мы принимаем нашим сердцем слово. Есть интересная фраза «соль земли». Вот, тоже для неверующего человека вообще непонятно, что ну, соль, да, соль. Но есть другое понимание, да, что такое соль. И Иисус это нам объяснил хорошо. Да. Вот мы тоже это можем объяснить людям, что значит соль земли. «Не судите и не судимы будете». Тоже такая очень интересная фраза. Как ее нужно объяснить, чтобы человек остановился? То, что очень много, допустим, если это в каких-то небольших там, ну, деревнях, там где-то вот, да, в сельской местности, там очень люди любят сплетничать и все время друг про друга рассказывать кучу всяких историй. Если человек там сделал что-то такое незначительное, через два дня оказывается, что он слышал, что страшное, все знают, все смотрят на него. Вот, но это мы любим, человек любит судить, да, другого. И, конечно, мы никогда не задумаемся о том, что нас вот, да, будут судить. Вот такое понимание, которое Бог нам тоже открывает, правильное понимание вот, отношения к людям вокруг нас. Так, что еще? Грешник. Внимание, грешник. Как в мире это принимается? Ну что-то плохой человек, редиска. Да. Да, и для нас грешник – это вот просто человек, который не знает Бога и не хочет следовать по его заповедям. Это поэтому все. И по третьему вопросу, на основе чего люди приходят к Богу сегодня, что вызывает отклик в их сердцах? Ну, это любовь, прежде всего, да, от Бога. Любовь, которую дает Бог и дает ее через нас. И второй момент, то, что я тоже подумал, это на основе того, что что-то происходит с сердцем человека. Какая-то встряска, сильная встряска. Чаще вот в наше время очень мир так, мы видим в последнее время очень так жесткие отношения между людьми, между странами. И там много крови видим, да, события такие страшные. И человеческая совесть, человеческое сердце начинает вот немножко закрываться. Но нужна очень сильная встряска, чтобы оно открылось, да, для... Именно для каждого человека. Мне Гарри рассказывал давно, что 11 сентября, когда это произошло в Америке, очень много людей стали приходить в церковь. Так прямо наплыв был в церковь в Америке. Вот общины стали очень большие. Но через некоторое время, так, они пришли, и потом ушли люди. Это была встряска для, да, людей. Все, спасибо. Спасибо вам огромное за участие. Тот факт, что нам вот не хватает времени, говорит о том, насколько вы серьезно отнеслись к этому заданию и поработали на славу. И я думаю, что то, что мы открыли, действительно было нам полезно. И каждая группа имеет свои какие-то нюансы. У меня, кстати, очень много вопросов по христианской терминологии. Кое-что и мне непонятно, вот, будучи христианином, я часто задаю себе вопрос, что значит фраза «Теперь давайте преклоним колени сердец наших». Например, да? Ну, вот, типа такого бывает. Фразы иногда проскакивают у нас.
То есть мы все-таки должны отдавать себе отчет в том, что мы говорим, и если мы порой сами себя не понимаем, то уж тем более люди, живущие в мире, иной раз не понимают Евангелие не потому, что они его не хотят, а потому, что мы говорим с ними как будто бы на иностранном языке для них. То есть мы можем все-таки наши мысли облекать во фразы и слова, понятные для людей, живущих в этом мире, чтобы облегчить им приход ко Христу. Спасибо.